Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 907, алгебра Макарычев, 7 класс. Представьте выражение в виде суммы или разности кубов и разложите его на множители. Итак, 8х в кубе минус 1. Пример раскладывается на множители автоматически, потому что разность кубов – это произведение суммы или разности кубов на неполный квадрат, но же суммы или разности наших выражений. Итак, 8х в кубе минус 1 будет равняться 2х минус 1, потому что 2х это в кубе 8х в кубе, умножить на 4х квадрат плюс 2х плюс 1. 1 плюс 27y в кубе. 27y в кубе это 3y. Мы используем формулу сумму кубов. Поэтому будет выражение иметь вид 1 плюс 3y умножить на 1 минус 3y плюс 9y в квадрат. 8 минус 1 восьмая а в кубе будет равняться 2 минус 1 вторая а умножить на 4 плюс а плюс 1 четвертая а в квадрате. Мы расписали формулу разность кубов. Это разность наших выражений на неполный квадрат этих выражений. 1,64 m в кубе плюс 1000. 1,64 это 1 четвертая в кубе, 1000 это 10 в кубе. Поэтому выражение расписывается так. 1 четвертая m плюс 10 умножить на 1 шестнадцатую m в квадрате минус 5 вторых m плюс 100. 125а в кубе минус 64b в кубе. 125а в кубе это 5а в кубе, а 64b в кубе это 4b и в кубе. Формулу расписываем так. 5а минус 4b у нас разность кубов и умножить на 25а квадрат плюс 20ab плюс 16b в квадрате. 1,27 х в кубе плюс 1,125 y в кубе. Распишем таким образом. У нас сумма кубов. 1,27 х в кубе это 1 третья х в кубе, а 1,125 y в кубе это 1 пятая y и в кубе. Записываем наше произведение. 1 третья х плюс 1 пятая y будет умножить на 1 девятую х в квадрате минус 1 пятнадцатая xy и плюс 1 25 y в квадрате. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам в группе в соцсетях.